Зачем отдавать детей в бразильское джиу-джитсу? Должен ли я отдать своего ребенка в бразильское джиу-джитсу? Я считаю, да. Я считаю, что секция бразильского джиу-джитсу – это лучшее место, куда можно отдать своего ребенка, потому что оно учит тому, чему не учит наше общество. Ты учишься проигрывать. Нужно для себя уяснить, что нас определяют наши победы, а не наши поражения. Взять, к примеру, того же Горда. Он чемпион мира. Блин, это же чемпион мира! Был в 96-м. А что случилось в 97-м или 95-м? Мы не говорим о поражениях людей, мы говорим об их победах. Таким образом, джиу-джитсу учит тебя, что ступая на маты, остаетесь только ты и твой противник. И один уйдет домой проигравшим. Следующий круг соревнований. Еще один отправится домой в статусе проигравшего. Вот у вас 100 человек в этой весовой. Угадайте что, один станет победителем, а 99 проигравшими. И люди это воспринимают в штыки, типа «я не хочу проигрывать». И когда я слышу такое, думаю, чего? Потому что проигрыш в процессе обучения – это всего лишь урок, который дает тебе понять, что ты сделал неправильно. Сделай еще одну попытку и сделай лучше. Если ты одержишь одну правильную победу в правильное время, в правильном месте, то она может изменить всю твою оставшуюся жизнь. Конечно, всем хочется побеждать, и нужно к этому стремиться, но нельзя раздувать свое эго. И поражение дает тебе понять, на каком ты находишься уровне. Ты второй, третий, пятый, десятый, сотый. И наша задача не состоит в том, чтобы ты всегда чувствовал себя хорошо, чувствовал себя победителем. Джиу-джитсу учит тебя. Вот ты победил, молодец, это твоя заслуга. Проиграл, твой косяк. Пусть с тобой вытерли пол, прошли гард миллион раз, не оставляя тебе ни единого шанса. Любой ребенок в жизни будет терпеть неудачи, снова и снова. И что ты, как родитель, делаешь, чтобы научить его справляться с неудачами в жизни? Он убежит домой и будет реветь в подушку, или он остановится на секунду и подумает: «Я ошибся здесь, здесь и здесь. Попробуем снова». И снова, и снова. И он будет пробиваться, пока у него не начнет получаться. Вот чему учит бразильское джиу-джитсу. И мое мнение таково, что бразильское джиу-джитсу учит этому так, как не учит ничто.